Итоги еженедельного мониторинга цен на продукты питания в Ноябрьске подвел отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации. Цифры говорят, после праздника Пасхи к некоторым предпринимателям вернулся рассудок. Цены на куриное яйцо местами подешевели аж на 20 рублей. А вот овощи в целом и картофель с луком в частности, напротив, подорожали. Впрочем, предсказуемо это всегда происходит ближе к лету. Тем не менее, в сравнении с расценками остальных городов Ямала, в Ноябрьске на эту категорию товаров цены самые низкие. К слову сказать, в недалеком будущем в нашем городе могут появиться и так называемые социальные магазины, ценовая политика которых будет еще демократичней. Обсуждается проект. Постановление о присвоении статуса «социальный магазин» тому предприятию, которое в обороте имеет в первую очередь весь перечень товаров, социально значимых продуктовых товаров, и цены на которые более чем на 10% ниже среднегородских. И если предприятие под эти критерии попадает, то рассматривается вопрос о льготных преференциях по уплате налога в местный бюджет. Но это пока только про.